У краснодарских таможенников сегодня двойной праздник – Всероссийский день ведомства и 25-летие со дня основания создания его отделения в Краевом центре. Свой профессиональный праздник защитники экономических интересов отметили на волейбольной площадке. Ее открытие приурочили специально к сегодняшней дате и тут же испытали товарищеским матчем. За первенство боролись сборные команды краснодарской таможни и их новороссийские коллеги. Хозяева поля в сухую обыграли гостей со счетом 3-0. Краснодар – это спортивный город. Краснодарская таможня, надеюсь, не будет отставать теперь от успехов Краснодарского края. И уверен, что люди, которые сегодня не только защищают экономические интересы Российской Федерации, в свободное время будут заниматься спортом и тем самым способствуют пропаганде этого прекрасного вида спорта – волейбол. Кроме спортивных наград, лучшим сотрудникам Краснодарской таможни сегодня вручили медали и почетные грамоты от руководства Федеральной таможенной службы.